Еще чего? Это наши цветы, русские. Поищу. Там немцы! Hello. Wir haben Geschenke. Подарок. Wurst, Fleisch, Schnaps. Für euch. No. Ihr solltet euch schämen. Wir sind einfache Soldaten. Wie ihr. Wir sind Brüder. Wir wollen nicht kämpfen. Da. Мы братья. Рабочий класс. Ihr könnt wohl arbeiten sein. Aber ich bin Fürsten. Ich bin doch keine Bruder und sogar keine Schwester. Und solange ihr auf unserem Vorland seid, seid ihr unsere Feinde. Hände hoch! Kommandier, сюда. Сколько у нас пулеметных лент? 18. Вот пиши, 18 пулеметных лент. Госпожа подпоручик, я вас ищу везде. Мы пленных взяли. Поймали, правда, двоих. Со шнапсом шли без оружия, но мы их и схватили сразу же. Показывай. Да, сейчас открою. Так, уже схватили. Ну да, схватили, угу. А то как же. Братья, с ножами за поясом. А ручки-то какие белые. Ни соринки, ни мозолинки. Рабочие. Вер, что это такое, а? Канон панс. Соль дас хайсен канон ун панс ваген? Нет. Нет. Ну что, гости пожаловали? Госпожа подпоручик, задержаны двое немцев. Несли шнапс, но при себе имели оружие, вот это. Это сокращение. Означает канонен, панцерваген, солдатен, офицерен. Ну, пушки, бронемашина, солдат, офицер. А я вижу. Это шпион. Молодец. Тихо. Все, мои девочки. Все, мои хорошие. Молодец. Молодец, девочка. Спасибо. Молодец. Тихо. Поплачь. Мама, ты убила. Ты же должна была его убить. Все правильно сделала. Молодец. Все хорошо. Этот не дышит.
Остапову. Разрешите мне доставить? Разрешите мне? Разрешаю. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Все хорошо, молодец. Все, все, все. Убил и правильно сделал. Ты же правильно сделал? Ты же все правильно мне сделал, все.